Дорогие машины, красивые девушки, талантливые актеры, азартные игры. Прекрасный набор. В этом году нас не часто баловали хорошими голливудскими фильмами. И вот, наконец, мы, телеканал «Автоплюс», приглашаем вас на настоящее кино. Сегодня мы устраиваем предпремьерный показ для наших гостей, для наших друзей, для наших телезрителей. И скоро мы поделимся впечатлениями. Каков этот фильм «Покерфейс»? В фойе перед кинозалом, помимо привычных фотосессий на красной дорожке, угощений и российских селебрити, «Автоплюс» устроил свое казино. Мы разыграли памятные подарки и предложили зрителям почувствовать себя настоящими игроками за покерным столом. По сюжету фильма азартный и удачливый Джек собирает друзей на вечернюю партию в покер. Но ставки оказываются слишком большими. На дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. 25 миллионов на кону. Кто эти парни? Мои друзья детства. Хочу их немножко взбодрить. За нас. Сыграем в покер. Давайте развеем скуку и поднимем ставки. Либо тачка, либо фишки. После просмотра «Покерфейса» ни у кого из гостей не замечено. А значит, кино точно стоит посмотреть. Это кино человека, который влюблен в кинематограф. Ты наслаждаешься. Операторская работа, конечно, хорошая. Не знаю, как Рассел Кроу, как режиссер, настолько ли раскрылся он, может быть, не знаю, да. Но он был хорош. Я с удовольствием на него посмотрел, на его глаза, на все, что он делает. Это, конечно, очень приятно, и я кайфанул по-настоящему. Обладатель премии «Оскар» и «Золотой глобус» Рассел Кроу в фильме выступил и в качестве главного актера, и режиссера, и даже впервые попробовал себя в роли сценариста. Интересная сюжетная линия. Рассел Кроу прекрасен. Единственное, мне показалось, что он быстро закончился. Ну, может быть, так завлекло, что... Быстро время пролетело, так супер-супер. А вот ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров, хоть и вышел после просмотра в хорошем настроении, но машинами в картине остался недоволен. Ведь создатели не разбили в кадре ни одного спорткара. Мало машин. Ну, то есть они проезды никакие нулевые, понимаете? Ждали, что будут какие-то крэши, погони, там все. Очень классные машины, еле едут, постановка. Проверить, так ли это, можно после 17 ноября во всех кинотеатрах.